песня, популярная песня, это то, что объединяет массы. Это, наверное, самое популярное. Это этот жанр, он популярнее, я думаю, что он популярнее, чем спорт. И, ну, я же не говорю там про кино, про, там, сериалы там, и так далее. Из «Иванушек» можно было делать прекрасный мюзикл. Историю такую и любви, и трагедии, и, ну, и, ну, и вообще. Потому что это единственный коллектив, который boys band, так называемый boys band, который просуществовал 25 лет, который ни разу не распадался и который, вот, в общем, всегда был востребован и всегда был нужен людям. А я всегда себя ощущаю таким членом любого коллектива, там, «Иванушек», «Любэ», я не знаю, там, даже «Фабрики». Я всегда с ними. А в «Иванушках» это идеальный комплект вот из этих четырех слов. Черный, рыжий, белый и лысый. Все. Я поехал с ними в Питер. И я выходил, потому что меня никто не знал, ну, как все люди, ну, на перрон. А они выходили через заднюю, мы открывали проводницы этой, и они там убегали через пути, потому что весь перрон был в девочках. И сейчас, конечно, такого нет, безусловно, потому что все девочки немножко подросли, как в песне «Кукла». Но они продолжают ходить к нам на концерты, и поэтому мы с уверенностью и с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Дело в том, что вот это пианино мне подарили, когда мне было 10 лет. И, в общем-то, большинство своих, ну, наверное, процентов 70 песен я сочинил именно на нем. То есть оно какое-то такое оказалось пианино непростое. Именно поэтому я его очень люблю и поэтому таскаю. Вот, вид у него, конечно, уже совсем такой. Но он мой ровесник. Да? Нет, оно на 10 лет меня помладше. Мне 60, ему 50. Вот. Но я его очень люблю. Для атмосферы нужно одиночество, пустая комната и инструмент. Ну и все. Ждешь, ждешь, как
когда придет хозяйка. Фонари зажгли вечерний свет, а ее все дома нет и нет. Кукла Маша, кукла Миша, кукла Саша и Ариша. Просто годы детские прошли, а эти слезы словно дождик нет. Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше. Просто-просто все мы подросли, а может быть и не в том первое любовь. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Вести льет дождь, за окном намокли ветки. Дождь льет, льет дождь, куклу отдадут соседке. Отдадут, не спросят, отдадут. Отдадут, руками разведут. У них малыш, он тебя поставит в угол. И ты грустишь, не бросайте, люди, кукол. И уж скоро полночь на часах. Oh, yeah, yeah. И у куклы слезы на глазах. Давай! Кукла Маша, кукла Нина, кукла Таня и Полина. Просто годы детские прошли, а эти слезы словно дождик вновь и вновь. Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше. Просто-просто все мы подросли, а может быть у них там первая любовь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Оля, не плачь. Кукла Лена, не плачь. Кукла Мила, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Катя, не плачь. Кукла Настя, не плачь. Кукла Ира, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, кукла Ира, зайцы, тигры, крокодилы. Давай, давай. Просто годы детские прошли, а эти слезы словно дождик вновь и вновь. Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше. Просто-просто все мы подросли, а может быть у них там первый. Давайте, Крокус! Всем! Всем! Балкон! Иванушки! Come on! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ах-ха-ха-хей! Куколки, спасибо! Под ваши бурные аплодисменты. Маэстро Матвиенко! Дорогие друзья, вы же понимаете, три человека на сцене, но за сценой еще примерно 350 человек, которые вообще сопровождали Иванушек все это время, и в частности этот концерт. И я бы хотел, я даже взял список, конечно, всех не смогу перечислить, но в первую очередь хотел бы поблагодарить своих соавторов, вот Саша Шаганов, который придумал все эти истории про девочек, которая все время ждала его под дождем, он все не шел, но наконец он пришел, она вышла замуж, родила его, сейчас сидит здесь. Это Миша Андреев, тоже наш поэт, соавтор. Игорь Полонский, наш сопродюсер, с которым мы вот все это время, уже 25 лет вместе. Наши директора Андрей Лукинов, Олег Головко,
Саша Скрастин и Рома Грачев, директор этого зала. Саша Скрастин, который вообще нам устроил этот праздник. Практически человек, который за пандемию, ну, если не разорился, но очень сильно пострадал, потому что так как не погорел шоу-бизнес вообще, ни одна отрасль у нас не погорела. Кстати, вы имейте в виду, что мы присутствуем на историческом концерте, потому что это первый постблокадный концерт. Мы были первыми, а так как Иванушки приносят, как мы поняли, счастье детей, цветы, радость и любовь, поэтому я думаю, что все в шоу-бизнесе наладится. Также я хотел поблагодарить режиссера и его команду Никиту Садовникову. И, конечно, без компании BY, которая нам очень помогла материально, мы бы тоже не справились. Поэтому большое вам спасибо. Оставляю вас с болтливыми Иванушками. Enjoy. Как сказала...
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вау. Спасибо, Андрюха. Спасибо большое. Спасибо. Давай. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Ребята, у нас еще пару песен и по домам. Все. Брэд Питт ушел. Да. Остался Супер Марио и Учитель труда. Но у него есть что сказать. Я не буду ничего отвечать, Кирилл. Не надо. Ну не надо. Не надо. Шутка не в тему. Нет, шутки не в тему. Для вас что... букет сирени, наши дорогие. Он меня любит, я знаю. Я опоздал на 2 минуты, а ты стоишь уже с другими, как будто можно нам, как будто за 2 минуты стать чужими. Я опоздал 2 минуты, минуты на 2, как обычно. Ну разве, объясни мне, разве теперь тебе я безразличен? Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь. Провинился всегда. Прости, я больше так не буду. Но разве можно, объясни мне, Маша, чужими стать за 2 минуты? Я опоздал всего немножко, не то, что в прошлый раз, ты знаешь, все знаю. Тебя люблю я невозможно, а ты ушла и ничего не знаю. На балконе танцуешь. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне. Только поверь мне, только поверь мне, поверь мне. Разве тебе не жалко этот букет сирени? Ради тебя все парки летом цветут, поверь мне. Посвящается нашему снегирю Олегу Яковлеву. Давайте вместе
мы с вами споем эту Олежка песню. Олежка Яковлев! Для нас! Олежка с нами! Снегири, герои, погляди, словно капля крови на груди. Но в каком невидимом бою ранены они за мечту свою, за любовь свою. Идешь обиду затая, но в небе синим-синим снегири летают, тает. Тает, как мираж, мечта твоя, в небе синим не поймаешь улетающую стаю. Повторяют губы, как бреду, больше не приду, больше не приду, больше не приду. Полетели! Для того, чтобы посмеяться над тобой, говорил и в сторону смотрел, стая снегирей сорвалась с ветвей, улетела прочь. Почему так вышло, почему? Но в небе синий-синий снегири летают, да. Правда, не похожа на мечту. В небе синий не поймаешь улетающую стаю. Но неправду он сказал тебе, будто на земле больше нет любви, больше нет любви. Снегири, улетят и не поймаешь. Снегири, беги, не замолишь, не заплачешь. И ведь ты такие улетят и не поймаешь. Снегири, беги, ты же знаешь, ты же знаешь. Снегири, беги, улетят и не поймаешь. Снегири, беги, не замолишь, не заплачешь. И ведь ты такие улетят и не поймаешь. Снегири, беги, ты же знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты же знаешь. Знаешь, скоро весна. Снегири-нигири улетают, тают, тают. 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 Спасибо. Ох уж эта весна. Спасибо. Он не любит тебя нисколечко. У него таких сколько хочешь. А чего же ты твердишь, девчоночка? Он... Mm-hmm.
Спасибо. Игорь Сорин, Олег Яковлев, Андрей Григорьев Аполлонов, Кирилл Дрыченко, ну и я. Спасибо за все эти годы вашей любви. Низкий вам поклон. Мы это чувствуем от сердца. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. И прости разговоры мне эти, за любовь твою отдам все на свете. Спасибо. Была ли у вас дедовщина? С моей стороны не было. Когда я попал в коллектив, я очень пережил. Кирилл приехал, он сначала думал, что он будет петь сольно, но получилось так, что он попал в группу «Иванушки». Сразу предложил ему чашечку чая. Да, встал и пошел петь. Во-первых, я не был готов к тому, что я попадаю в коллектив «Иванушки». Это значит, потому что я ехал работать как сольный исполнитель. Я думал, что меня позвали петь сольно. У нас сразу какой-то был большой музыкальный фестиваль, сборный концерт в Санкт-Петербурге. Я вижу, что он волнуется. Я говорю: слушай, братан, не волнуйся, все хорошо. Вот сейчас вот соберись, все, не волнуйся, прошу тебя. Еще было сложно то, что у «Иванушек» были расписаны тогда концерты. Очень много было. Это так-то непросто. Я знаю, насколько это волнительно, страшно. И ответственно.
Я бы построил из песен «Иванушек» вообще целый мюзикл построил. Это было бы круто. Наверное, больше комедия, потому что мы столько прошли вместе, столько историй, которые достаточно забавных и смешных. Роуд-муви такой вот комедийный, гастрольный. И, разумеется, так как очень много смешных моментов, то это будет, конечно, сериал, чтобы просто вот посмеяться, вот поржать, в лучшем смысле этого слова. Я бы хотел, чтобы об этом узнали все, кто вырос на этой музыке, и всем очень интересно, как происходили гастроли тогда. И у нас был документальный фильм, он назывался «Сказка об Иванушках», две серии, да. А я всегда говорил, что я говорю, когда на пенсию выйду, напишу книгу «Правда об Иванушках», а не «Сказка об Иванушках», потому что это там все это, так все красиво, все такие, а на самом-то деле, ого-го, рок-н-ролл forever. Волнение, конечно, есть. Да. Кирилл волнуется очень сильно. Я очень волнуюсь, да. Я еще нет пока, я сейчас рабочий. А я посерединке. Я в рабочем процессе, репетиции, записи новых песен. А сейчас получаем удовольствие от того, что мы сейчас делаем. Не спим. Да. Спим мало. Какая сейчас прозвучит песня, как вы думаете? Давайте, ваши варианты. Да. Да, какое? Какое произведение? Вы в четвертом ряду, девушка, да, это к вам. 17-е место. Да, Андрюха, вот сейчас какая песенка будет, как ты думаешь? Друзья, ну что, мы снова идем на сцену, потому что еще не прозвучала песня «Тополиный пух», а без нее мы никуда не уплывем. Самые главные хиты впереди. Пойдем. Я знаю, это бабуля! Кто это? Давай сюда! Come on! Иванушки, мои хорошие! Ну, чада! Ну, надо же! Народ, привет! Прям выступая с фестиваля «Парус», молодец! Хорошо! Больше аплодисмента! Бабуля, давай! Легендарные! Земля,
скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Я вам отвечаю, ребята, это настоящая Баба Яга, реально. Мои хорошие, вы знаете, я такая счастливая, что сегодня здесь нахожусь с моими легендарными, любимыми Иванушками International. Ребята, легенды на сцене, дайте шума! Давайте договоримся так, мои хорошие, вместе с залом, что ровно через 25 лет мы встречаемся в этом зале на этой сцене и будем праздновать 50-летие группы. Договорились? А еще, еще! Молодцы мои. Мы просто хотели сказать, что уже словами не передать то, что чувствует каждый сейчас в зале. И мы и хотим поздравить, конечно же, Игоря Матвиенко с таким прекрасным событием. Поблагодарить его за его прекрасное творчество и за то, что он позволил нам прикоснуться к вечному, великому, прекрасному вместе с Иванушками. Девочки, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Большое. Для вас билетик в кино! Иванушки! 25! Топориных лет! Полетели! Подъем, 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 подъем! Танцуем, отдыхаем! Крокус! Когда на город опускается вечер, это кинофильм, где назначаются очень легко, вот это люблю. И я тебе
свой билетик в кино. Билетик в кино. Спасибо, ребята, Иванушки Трэшл! Тополины! Подъем, подъем, подъем! Иванушки! Балет «Арфорс», друзья! Тополины! На асфальте мелом ты рисуешь лето. Давайте! Ласковое. Трогаешь ладонью воду, воздух, время. То, чего не знаешь, и беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Давай, давай, еще, еще. Снега. То просто к сердцу, где найти бы счастье? Балкон где? Маленькую дверцу, далеко-далеко, далеко. Парус уплывает, в этой жизни счастье, друзья! Теперь ваше соло! Раз, два, три! Жара, ночь такие теплые, да, да. Ты пойми, что первый поцелуй — это же любовь, это лишь такой закон моей противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Это супер круто! Снега. Вот знаете, самое подходящее слово сейчас. Друзья, спасибо! Спасибо большое! Иванушки Интернешнл! Мы с вами на всю жизнь отвечаем! Одна большая семья! Ура! Тополиный пух, 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 тополиный пух. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие умные. А соленый ветер с моря дул, унося с собою мысли грустные. Этим снежным летом, летом любовь. Дротов! Спасибо, Иванушки Интернешнл! Сегодня специально для вас! Ой,
Спасибо! Ребята, спасибо! Отдельные аплодисменты! Балетом «Артхорс»! Ваши аплодисменты! Вперед, ребята! Вперед, вперед, вперед! Поаплодируйте! Ребят, спасибо! Вы молодцы! Супер! Давайте на прощание поностальгируем. Мы говорим «до свидания». Ребят, прекрасный вечер! Спасибо большое вам, что пришли! Спасибо! Свет включите весь. Включите зал. В зале свет. Включите, пожалуйста. Ребята, привет. Балкон. Ну как вам? Понравилось все? Спасибо. Поверь, мне тоже очень жаль, что все закончилось так скоро. И снова нужно уезжать. А я люблю твой тихий город. И снова нужно уезжать. И ждать почтовые конверты. Поверь, пойми, мне тоже жаль. Уже прошедшие концерты. Поцелуй твой и слезу вокруг света пронесу, вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез, я тебя люблю. Поцелуй твой и слезу. Вокруг света, мамочка, пронесу, пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез. Я буду помнить эти дни. Они не знают повторений. Мы шли по городу одни. Мы облаком сирени. Yeah. Я буду писем твоих ждать. Инстаграм, подписывайтесь все. И путать вновь весну и осень. Спасибо. Минуты грустные считать. До наших встреч с тобой и после. А вместе поцелуй твой и слезу. Вокруг света пронесу, пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез, я тебя люблю. Поцелуй твой и слезу. Вокруг света пронесу, пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез, потому что я тебя люблю. Ребят, спасибо. Большое спасибо, мы так, так сегодня кайфанули вместе с вами. Мы одно целое, одна семья. Спасибо. Да, у нас сегодня был коллективный оргазм. Спасибо, друзья. Ну что ж, надеюсь, даже уверен, что мы встретимся на тридцаточке. Любим вас! Спасибо! Поцелуй твой и слезу, и слезу. Вокруг света пронесу, пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез, потому что я тебя люблю. Каждого, каждого, каждого! Спасибо большое! За все эти годы! Спасибо, что вы с нами! Всегда ваши Иванушки International!